Мой стих называется «Поиск гармонии жизни». Сегодня 8 августа 2016 года. Душа и музыка беременны словами, а ритм мелодии наполнен весь стихами. Прислушайтесь, и вы поймете сами, поэзия извечно движет нами. Калейдоскопом нот из грустных песен мой дух смущен, он вечен, бестелесен, но тайной слов все ж мир мне интересен. Как жизнь понять, как все уравновесить? To be or not to be, вот в чем вопрос. Быть или не быть? Да, это вопрос жизни и смерти.